Синтаксический разбор сложного предложения. Порядок разбора. Пункт 1. Вид предложения по цели высказывания. Пункт 2. Простые предложения в составе сложного. Их основы. Пункт 3. Средства связи простых предложений в составе сложного. Пункт 4. Знаки препинания. Образец разбора. Зацветали сады. Вся земля побелела от лепестков. Предложение повествовательное, сложное, состоит из двух простых. Основа первого – сады зацвели. Основа второго – земля побелела. Простые предложения связаны в бессоюзном сложном при помощи интонации, разделены запятой. При письменном разборе подчеркиваются грамматические основы простых предложений и чертится схема предложения.